Привет, друзья! Сейчас мы приготовим рассыпчатый рис. А чтобы он получился рассыпчатым, есть специальный секрет, который нам расскажет Виктория. Итак, Виктория, давай, расскажи, пожалуйста. Так, сначала нам надо насыпать рис вот сюда и хорошенечко его промыть. Мы пошли мыть. Вот, мы включаем холодную воду. И начинаем промывать рис. До этого мы хорошенечко его промоем. Сколько раз? Раз 7, пока вода не будет прозрачной. Моем до прозрачной воды. Моем, да, пока не станет красивым. Теперь мы выкладываем весь наш рис в сковородку. Сковородка лучше, чтобы была с толстым дном. А масло не нужно? Маслица немножечко, две капельки маслица мы налили. А, налили. А в самом конце мы положим еще сливочное. Ой, ну как я угадала. Конечно, куда же без сливочного масла? Сейчас рис немножко подсушится. И мы зальем его водой. А как долго вот так мешать? Ну вот пока вот эта вся вода улетучится, вот здесь немножко воды, вот эта вода, она вся уйдет. И как вот он начнет как будто поджариваться, сразу надо заливать водой. Нужно вскипятить воду в чайнике, потому что нам скоро понадобится воду. Еще чуть-чуть, где-то, наверное, минутки две его вот так вот поджарить. А на какой скорости? На самой большой. Вот, даже немножко там прилип, но это ничего страшного. Потом отлипнет. Так, а теперь мы берем кипяток. То есть, если у нас была кружка риса, то мы наливаем кружку кипятка. То есть, мы наливаем кипяток один к одному. Сейчас мы добавляем немного соли. Потом мы убавляем огонь. И будет рис готовиться на четырех, из девяти. Один раз вот так его перемешиваем. Все, и теперь мы его оставляем в покое. Мы теперь применим. Расскажем вам один маленький секрет. Рис надо закрыть. Прямо сейчас? Да, прямо сейчас. Пергаментной бумагой. И накрыть сразу крышкой. Как интересно. Все, мы оставляем его и ставим на нашем таймере ровно 10 минут. Все, до свидания, рис. Загорай, готовься. Ему хорошо, тепло, и он получится у нас очень вкусным, рассыпчатым. А вот и пропикала наша плита. Это значит, что наш рис готов. Теперь мы дадим ему постоять пару минут, а потом закинем в него хороший кусочек сливочного масла. А плиту выключать? Плита выключилась. А, сама выключилась? Ага. Вау, какая у тебя крутая плита. А теперь у нас прошло пару минут. Мы ее отодвинем вот сюда, чтобы ей уже не было горячо. Откроем. Даже не откроем, а просто вытащим вот этот вот листочек. Осторожно, потому что пар очень обжигающий. Так, мы вытащили, а крышка у нас закрытая остается. Листочек мы выкинули. Теперь мы открываем крышку. А в прошлом дубле мы уже кидали кусочек масла, но мы не были уверены, что у нас включена камера, поэтому мне придется кинуть второй раз кусочек масла, чтобы вам было понятно. В общем, мы открываем крышку, и закидываем туда кусочек масла. Все, даем ему разойтись. Сейчас у нас камера точно включена. Смотрите, какой рис. Он прям видно, что он рисинка к рисинке. Сейчас масло немножко подтает, мы его размешаем и все покажем. Вот теперь мы можем снять крышку.
занырнуть в рис. Да. Смотрите, какое. Правда, рисинка к рисинке не обманула ведь. Он сейчас еще масло вот это вот все распределится. Смотрите, какой он. Прям, ну вот, вот рисинка к рисинке. Прикольно. А он хоть сварился? Да, сварился. Сейчас мы его попробуем. Какой красивый. И весь в масле. Но мы его сейчас вот так хорошо перемешаем, чтобы он съел масло. То, что ему надо. И закроем крышкой. Пусть он у нас еще отдохнет. Сколько минут? Ну, минут 10. Пусть он отдохнет, постоит. Целых 10 минут, я уже хочу попробовать. Сейчас мы его съедим. Всего 10 минут, пока мы накроем на стол. Целых 10 минут, целых. Так, мне надо отвлечь Лену. А вам приятных просмотров. Извините-то, люди как обрадуются. Они очень любят рис. Они едят только овощи и вот этот рис. В соусе карри. Так. А теперь мы еще положим сюда курицу. Полей соус. Угу. Сейчас и апельсинчик. Любви. Если вы хотите посмотреть, как приготовить курицу, которая сейчас у нас на видео, то переходите по ссылке, которую вы видите на экране. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Спасибо за просмотр и приятного вам аппетита!